Мишенко Артем Алексеевич, 2000 года рождения, решил участвовать в Бали. В прошлом году я участвовал, мне понравилось. Собственно, все. Готовился я довольно долго. Как? У нас были репетиции, много репетиций. Но я думаю, что результат того стоит. И эти мероприятия, они отмечаются благотворительностью. Знаете, у нас ползавтра сегодня есть, да? А автобус марафония проявить, помочь кому-то, да? Вот как люди начнут на машине, если, например, там соседке помочь что-то делать. Это благотворительность. Вы сейчас для кого? Ксения. Ксения, за счет, я знаю, я хочу. Спасибо. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, вот что для вас это мероприятие? Это праздник? Это праздник, праздник, это большой праздник. Это вот долгожданный праздник. Все его ждали, и дети ждали, и взрослые. И чувствуется такой подъем душевный, духовный. А почему подъем духовный? Много красоты вокруг, наверное, много красоты, да? Само вот, как это, к чему приурочено, сам праздник, вот это светение, все равно ощущается, и знаешь, что это не собрались мы не для развлечения, а для благого дела. Ого, да, это все связано с благотворительностью, и гости придут, и дети старались, правда? Давайте вот подумаем, что очень важно для молодежи, наверное, такие мероприятия. Вот очень хорошо, что вторую год мы проводим, да, этот праздник, потому что современной молодежи не хватает вот такой красоты, такой доброты, правда? Если я почувствую, ты красивыми дубами этот праздник, правда? И побольше, да, хорошо. Не раз в год, да. Еще что-то вот. Есть же поводы, очень много поводов. Представьтесь, а пожалуйста, вот. Меня зовут Александр Петрович, я работаю педагогом в Центре внешкольной работы, педагогом образования. В прошлом году мы не понимали, что то, что сегодня дети будут показывать, это огромный ваш личный вклад. Спасибо вам огромное. Вам спасибо, всего хорошего. Из какой школы? Первая. Первый раз попала? Да. Вас кто-то сказал, что вы сами пришли? Кого же старые, кто по своей воле? Я так понимаю, что вы не пошли, я думаю, что сегодня пришли на это мероприятие. Ну почему? Я думаю, что не пошли. А потому что да, вы увидите много красивых девушек, красивых танцев, красивую музыку услышать. А еще что-нибудь вы знаете о встрече? Что за праздник? Ну а дома не разговаривали, что это за праздник? Здравствуйте, меня зовут Катя.
сдаваюсь. Я очень волнуюсь, но надеюсь, что будет все хорошо. Да. Здравствуйте, меня зовут Кристина, мне 15 лет. В этом году я участвую уже не первый раз. Я из прошлого года была, мне очень нравится, и я с удовольствием принимаю участие.